давай, Полина. Тут нет слов просто, ну. Ну давай, что тут можно говорить? Пончики! Пончики! Вера! Люди дорогие, вы представляете? Вера мне выставила, она сказала: Наташа, почему ты мне не привезла? Да еще какие красивые! Азербайджанские пончики! Ой, и розовые, и розовые, глазированные пончики! Шахназар! Шахназар, ты любишь пончики? Ну, любишь. Зачем? Нигер! Нигер, тебе какое спасибо! Слушай, вот это... Вау! Что? Орео. Печеньки Орео. Алиса потрогала и говорит: о боже. Ну зачем же так? Что, Алисонька? Ты же сказала азербайджанские пончики. Ну, в Азербайджане все достойно. Нет, плавает она на пончики. Ой, ну какой же ты творческий человек. Сейчас же отправим все Вере. Верочка. А потом опубликуем на канале. Дорогие друзья, мы продолжаем отдыхать. Это просто сказка. Одела я, значит, эти босоножки, и пошла я 30 земель обошла, нашла я этот пончик. Какая ты молодец! Хорошо в босоножках? Хорошо, хорошо. Чувствую, что меня ждут большие, долгие, интересные дороги. Это точно, потому что для дорог очень важно, чтобы была удобная обувь и вкусные пончики, да, Алиса? Ну, давай ты их уже... Да, Полина! Ну-ка, сделай, кусь-кусь. Давай, да уже один давай откуси. Как свадебный каравай. А сразу... посмотрите, как коробочка к Парео-то подходит, а? Ага, точно. Видно, готовилась. Я прочитала специально. Донат. Донат. Пончики. Да? Ну, донат. Это жуй пончики, давай. Да? Я даже не знала. Том донат, это да? Пончики, да. Ну, откуси. Какой? Вырви это. Ну, какой хочешь. Один себе, один Алисе, да? Вот не, пусть ест, я их не очень. Мы... Да, Коль, давай уже. Ну, давай. Вау! Скромная какая, да? Ну давай. Девочка может откусывать пончик на камеру. Очень смачно. Ну правильно. Ну ты сделай это очень. Ну ты сделай это изящно, Полиночка. Открой широкорот, скажи. Полиночка, сделай это изящно, я остановлю камеру. Ух ты!